не так серьезно, просто у него там бабушки упали. Когда тормозил, бабушки упали. От удара, который пришелся в заднюю часть колена, автобус, как, впрочем, и сам легковой автомобиль, получили лишь незначительные повреждения. Тем не менее, на место прибыли сразу несколько карет скорой помощи и пожарный расчет. В таких случаях сотрудники МЧС выезжают скорее для подстраховки. Вот мне женщину надо отправить сейчас домой. Сейчас все нормально, у нее небольшой ушиб. Да, они очень сильно ударились об лестницы, об сиденье, друг на друга просто падали. Из-за этой тяжести большой удар произошел. По словам владельца «Калины», удар произошел в тот момент, когда он стоял на светофоре. И в этом случае вина водителя автобуса очевидна. А по-вашему, что повлияло? Дорога или скорость больше? Ну, как бы и скорость, наверное. Мы потому что остановились на красный сигнал уже и сзади автобус. В итоге помощь медиков понадобилась двум пассажиркам автобуса с ушибами и подозрением на сотрясение мозга. Медики доставили их в больницу.